главная задача – это ознакомиться с инвестпроектами, с бизнесменами узбекской стороны и наладить новый контакт по взаимодействию в сфере бизнеса. У нас на 100 миллионов долларов будут подписаны рамочные соглашения. Это в сфере недропользования, в сфере энергетических комплексов и в сфере производственных циклов. Я думаю, что это только как бы начальный импульс, но мы при тесном контакте, тесном взаимодействии, тесном сотрудничестве мы этот объем каждым годом могли бы увеличивать.